Всем привет. 22 октября, Ялта. В Ялте сегодня туман. Сейчас 17 градусов тепла. Днем был 25. Туман такой, горы вообще не видно. Раневская одинокая насмешница 19 ноября. Время 6 час. Полчасов где-то. Фонтан работает. Море не видно. Нет моря в Ялте, нет гор в Ялте. Я сюда бы не приехал, если не было ни моря, ни гор. Рыжик здесь уже, тут тусит. Маяка не видно, вообще. Как будто не в Ялте, как будто не в Ялте. Ну а так люди вон вдалеке. Хватает, короче, людей. Уголок у него симпатичный. Дрова. Слышь, Марина, это рассвет. Дрова лежат. Кудряшка с барбосом на экскурсии. За разумную цену. Он всегда, у него было соотношение цена-качество. Ну, очень качественно. Еще раз подчеркиваю, фундамент это просто нечто удивительное было. Всегда использовал железобетон. То есть, он же знал, а где мой? Ты ничего не видел его? Это барбос. Все это очень. Ну подойди, так, поздоровайся. Ты что мокрый такой? Где ты был? Тебе что? Купали что ли? Вроде дождя не было. Пошли искать рыжика. Пошли, толстяк, пошли. Пошли. Толстячок. А мы уже сине-черные губы. Куда? Давай, шевели своими колодками. За мной идет. Впереди меня не хочет идти. Ай. И это встала, за экскурсией пошла. Как ее? Вон, видите, присела. Она рассказывает, она слушает. Смотрите, вот сюда, повернемся на 45. Уши греет. Красивое, конечно, дерево. Имеет высоту 130 метров. Барбос поедет. 80 лет. 26 метров. Ты что, пойдешь слушать или кушать будешь? 26 метров. Это плотат Альсидора Дудка. Пошли в стороночку, отойдем? Да. Нет. Пошли. Подкидывает пакет носом. Вон, а нет, это не рыжик.
Я, наверное, пока сюда ехал, рыжик домой рванул. Пойдем сюда, Барбосик. Здесь нет никого. Никто тут тебя не потревожит, толстячка. Я вываливаю, ты, короче, сам разберешься там. Чё? Не то? Что ж такое? Могу корм предложить. Бля, какой наглец, а. Маслы, говорит, эти не по зубам мне. Носи сардельки. Вот так вот. Ну ничего, другие найдут, съедят. Барбос спрятался от меня в кустах. Ты что, уже все? Ночевать? Ты ночевать что ли? Лежи, 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 Барбос. Административный, это же уголовный адрес. Даже если человек вырежет там какое-то там Баня плюс Баня, там, или там Маша там, плюс Саша, да, что-то такое равно. То есть это уже будет административный адрес. Если они, дай бог, там что-то повредят. Удивительные собаки в Ялте. По экскурсиям ходят. С ума сойти. Вода чистейшая. Собаки пошли дальше на экскурсию. Барбос встал из кустов. Ну надо же. Я угораю над ними. Бесплатная экскурсия для собак. Крестный отец. Остап Бендер за молодость поет.
передавали деньги как-то давно еще. Я говорю, сами приезжайте и отдавайте. Ну вот он рядом, я ему отдам сейчас. Здрасте. Подписчики передали вам. Возьми. Подписчики передали с канала. Может, рыжик у речки здесь? Что-то вроде лай, слышу его голос. Днем было солнце 25. Я никуда не ходил, сериал смотрел. Да, это белый мерсачик. Я видел. Типа ты. Я и сейчас, в принципе, вышел из-за того, что надо в магазин идти. Рыжик сам прибежит. Рано убежал. Ну вообще играет или нет? Нет. Сколько хожу, не слышу, чтобы он играл. Ну он там что-то дергает в сторону, но не слышно его вообще. Да, они присылают. Показывает сейчас. Ну не финты себе. Там по Чехову и шел, по партизанской. Там 17 показывает, здесь 23. В понедельник, значит, будет 26, вторник 21, среда 18, четверг 21, пятница 21. Ну, вода 17-16. В море вода. Вчера купался. Не очень-то она теплая. Ходняк какой-то здесь замутили. Сувениры какие-то там. Подарки. Китайская кухня. Это в подвал туда вниз. Остановки, вот через остановку, вот эта страховая компания пользуется продавала. Что тут такое? Ну, запахи классные от этих свечек. Особенно. Видите, людей сколько много.
общественный круг. Пушистик какой, шкет какой, шкет. Если хочешь узнать судьбу свою, положи руку, и я скажу тебе правду. Инфаркт пизданет, если ночью будешь идти рядом с этой херней. Скажи судьбу свою. Такую Ялту я давно не видел. Музыка Амино. Амино, Амино. Петр Борисович пришел. Закопать? Идемте к нему прогуляемся.